Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик. Сегодня я вам расскажу, как сделать завод в Майнкрафте по производству куриных яиц. Именно завод, фабрику, конвейерную линию и тому подобное. Это делается очень легко и просто. Я вот недавно размышлял над этим, как сделать какие-нибудь заводы в Майнкрафт, чтобы они без вашего участия что-нибудь производили. Ну и додумался до одной интересной вещи. Так, для этого, ну, самая дефицитная вещь, которая нам понадобится, это ведро воды. Она нам обязательно нужна, потому что именно по воде будет все двигаться. Ну, в общем, в конце видео вы все сами увидите. Нам понадобятся еще доски или любой другой материал. Ну, можно камень там использовать, все что угодно. Естественно, нам нужны курицы, вы их можете заманить туда. А я буду использовать яйца призыва. Где они там у нас, курицы? Блин, где-то здесь они были, вот... Курица, 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 курица. А где, где? Эндермен, свина, зомби, овца, корова. Курица. О, вот яйцо курицы. Ну, в принципе, наверное, и все. Так, для начала нужно... О, что-то там горит. Для начала нужно построить что-нибудь наподобие коробки. Давайте сначала уберем отсюда воду. Ой, уберем отсюда... Уберем отсюда вот эту растительность всю. Пусть все будет красиво и чисто. Нам понадобится место. Так, сделаем из досок. Вот так, смотря какую ферму вы хотите... Ой, ферму говорю. Какой завод вы хотите строить. Большой или маленький. Давайте я вам сначала построю нормальный, такой средний. Завод будет примерно вот в такую длину. Делаем вот такую вот коробочку. Теперь в высоту мы его должны сделать 4 блока. Раз, два, три, четыре. Три, четыре, три, четыре. Чтобы курицы у нас не сбежали. Можно сделать высоту поменьше, но тогда придется закрывать верх. В общем, делаем вот такую вот коробку. Так, как только мы сделали эту коробку, нужно сделать отвод. То есть вот здесь у нас, к примеру... А, я забыл. Здесь тоже нужно сделать вот такую вот тему. Так, теперь сюда... Нет. Надо еще в высоту добавить еще один блок. То есть не 4 уже, а 5 блоков в высоту. Без этого у нас не получится нормально, красиво все сделать. То есть 5 блоков в высоту, делаем вот такое вот сооружение. Снизу еще ставим пару блоков. Так, вот так у нас должно быть. Так, отлично. Делаем вот такую вот тему, смотрите. Вот здесь идет внизу блоки, вот, ну, доски, вот здесь доски. И вот такой вот выход через ступеньку вниз. Так, теперь на этой ступеньке мы расширяем его. Ну, примерно вот так. Потом мы его все это изменим, естественно. И вот так. Это будет непосредственно сама конвейерная линия. Так, теперь заливаем воду. Заливаем воду. Смотрим, докуда она дотечет. Все, отлично, мы сделали. Давайте сразу запустим сюда куриц. Нам нужно будет запускать вот сюда воду куриц. Вот в эту воду. Как вы уже поняли, это самая простая схема. Давайте запустим побольше куриц сюда. Надеюсь, они не выпрыгнут. Если будут выпрыгивать, сверху закроем. Ну, чем больше куриц, тем больше яиц вы будете собирать с этого завода. Это очень... В современном мире вот такие вот линии называются конвейерными линиями. Я что-то многовато куриц сюда запустил. Они аж трещат, тут глючат. Фу-фу-фу. Давайте их закроем, чтобы не мучить их. Не мучиться их присутствием. Они вот внутри заперты. Они будут потихонечку рожать яйца и выкидывать их сюда. А тем временем мы подождем, пока будут яйца выкидывать. Это очень красиво получается. Поэтому это стоит видеть. Подождем, пока спауна яиц. Пока заспавнится яйца от куриц. Это, ну, наверное, где-то ночью. Ай, ну, это лучше не делать. Вот так оставим. Это произойдет где-то ночью. Вот такой вот заводик. Вот так он выглядит. Можем его приукрасить. Сделать вот, к примеру, вот так еще. Так, факела поставить. Кто дождется до конца видео, увидит, как красиво яйца будут отсюда выходить. Это очень-очень-очень прикольное зрелище. Я вот недавно придумал эту схему без использования каких-либо дополнительных, ну, как бы сказать, дефицитных вещей. Нам нужно единственное ведро, сложность. А пока мы посмотрим, что у нас тут в деревне. Здорово, жители. Кто-нибудь меняет яйца на этот, на изумруды? Нет? Если вы найдете деревню, в которой меняют яйца на изумруды, вы можете
уже и бесплатный источник изумрудов найти себе. Ну, не знаю. Это, конечно, будет круто, если бы... Потому что яиц у нас будет в скором времени не то что много, а дофигище. В огромных размерах мы будем. Чё, все ниточки какие-то. Яйца хочу. Уголь меняет. Пшеничку. Ниточки. Тебе мы уже спрашивали. А, вот этот лысый, стой. А, зомби-мяско. Причем так много зомби-мяса надо. Уголь. А, это мы уже спрашивали. Ну, вроде никто не меняет. Может быть, вот этот. Тоже ниточки. Вы надоели. Какие-то ткачи собрались. А этот на что меняет? Тоже нитки. Да вы офигели вообще. Они меня уже бесят. Только ниточки. Вот так выглядит наш завод-конвейер. Смотрим. Ну, яйца появятся где-то минут через 5-10. Тем временем мы пока... А, давайте я вас пока научу, как сделать мини-ферму. Ну как, вы уже, многие уже догадались, как сделать это все гораздо компактнее, гораздо более, ну вот, мельче. Давайте сделаем мини-ферму. Для этого нам также понадобится вот так. Три ряда. Вот такой вот квадратик делаем. Теперь, тюнг-тюнг-тюнг. По-моему, вот так. Сейчас, по ходу, мы будем делать мини-ферму. Так, нет, вот так. Совсем мини-ферму можно сделать, коробочку. Для этого нам много ума не надо. Так, вот так. Можем убрать верхний слой, чтобы сделать все это гораздо компактней. Это самый миниатюрный вариант будет нашей фермочки. Теперь, чтобы сделать конвейер, мы делаем его гораздо проще. Мы его прямо по земле пустим. Водичку. Пускаем воду, смотрим, как она растечется. Отлично, вообще ништяк. Ну и запускаем сюда куриц. Ну, здесь нужно быть осторожней, чтобы... Надо будет закрывать куриц, иначе они, скорее всего, будут вылазить, потому что высоты здесь мало, не хватает, как говорится. Давайте запустим сюда куриц. Сюда куриц запускать тяжелее, потому что они друг на друга давят. Ну, в принципе, можно неограниченное количество куриц. Майнкрафт не запрещает, пока у вас не залагает компьютер от большого количества зверюшек. Что вполне возможно. Ух, сколько их тут. Как видите, даже на такой высоте они не вылазят. В принципе, мы могли бы пониже сделать. Ну, ничего, можно и так. Ну и все, сверху закрываем. Видите, их рожечки торчат тут еще. Давайте вот так закроем, пусть будет кубик такой. Чтоб никто не догадался. Вот, все. Еще одна мини-ферма. Как видите, вот это чуть больше. Можно сделать огромную. Можно в две стороны сделать громаднейшую ферму. Но я думаю, особого смысла нет. Такую прям громадную делать. Вполне достаточно и вот такое. Я еще подумаю над тем, чтобы изобрести... Ну, не ферму, а завод. Это уже завод, потому что здесь ничего не растет само по себе. Просто идут конвейерные яйца. Из яиц можно... О, я слышу, как вылупилось яйцо. Смотрите, смотрите. Видите, какая красота. Яичко покатилось. Ой, упало. Так, забыл сделать сборник. Сборник делается очень просто. Просто нужно ширище сделать. Вот. Видите, яички, они будут вот так выкатываться постоянно. Огромными партиями. Смотрите, вот. Вот это я обожаю. Как по водичке идут яички. По водичке идут яички. Прям стихотворение. Смотрите, какая красота. Причем это идет в автономном режиме. Вы можете гулять, там собирать, не знаю, ой, цыпленка породили. Пошел он сюда. Собирать, не знаю, древесину, строить дома и так далее. А тем временем огромное производство яиц у вас будет... Блин, чертов цепоточек, пошел вон отсюда. Так, цепоточек, как он надоел, ну, кыш-кыш-кыш. Еще именно сюда лезет, где яички находятся. А здесь что-нибудь понарожали? Нет? Ну ладно. Вот видите, их будет собираться огромное количество. Они прям партиями там рожают. Просто у меня здесь очень много куриц. В режиме выживания вам придется там разводить куриц с семенами, к примеру. Пшеницы или тыквы, или арбузов. Ну, в общем, как хотите. А тут
Можно, в принципе, разводить прямо и из яиц. То есть из этих яиц вылупляются маленькие цепоточки, которых можно внутрь закидывать. Ну, а как внутрь закидывать? Очень просто. Берете и туда закидываете прям. Ну, к примеру, вот так. Ой, ой. Случайно ударил курицу. Надо аккуратно закидывать именно в край, чтобы никого тут... О, видите, они сами туда запрыгивают. Все, закрыли. Закрыли эту тему. Вот, в принципе, и все. Автоматическая ферма куриц готова. Цепоточки повылазили, потому что... Ну, это вылазили сверху. Давайте их замочим, чтобы они не мешались. Вот так получается автоматическая ферма куриц, которой... Ой, куриц говорю. Автоматическая ферма яиц, из которых можно и куриц сделать, и менять на изумруды, если кто-нибудь из жителей согласится. Это точно такая же тема, только мини-вариант, чуть-чуть компактнее. Это уже полноценный вариант, куда можно вместить огромное количество куриц. Рядом со своим домом можно сделать вот такой вот заводик. Так что все, дорогие друзья. Буду рад, если вы поставите мне лайки под этим видео и поделитесь с ним этим видео с друзьями, потому что это поможет моему каналу. Всем спасибо, дорогие друзья, всем пока-пока. С вами был Турбо Ёжик. Давайте напоследок сфоткаемся для превьюшки. Для заглавка видео. Жалко, что у меня нет скина, никто не может мне его нарисовать, к сожалению. Ну ничего, приходится так. Всем спасибо, всем пока-пока, дорогие друзья. Не забудьте поставить лайк.